Привет. Ищу следы Бога. Сегодня я хочу рассказать про следы Бога. Давайте, пожалуйста, откройте Синодальную Библию, Псалом 77. Так, и немножко прочитаем из нее отрывок. 16 стих до 19 стиха. «Видели тебя, Боже, воды, видели тебя воды, и убоялись, и вострепетали бездны, облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали, глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы». Следы твои неведомы. Следы Бога. Вот. Я нашел следы Бога. Обратили ли вы внимание, что здесь в синодальном переводе в Псалме 77 написано: облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Обратите внимание, вот облако, да? Вон там есть изолятор молнии. Там ночью все растения светятся. Все растения светятся. И обратили ли вы внимание, что это и есть стрелы? Вот. Вот стрелы. Вот. То есть, вот там облака, идет гром и молния. Идет дождь, и энергия, которая падает на землю, она распространяется по поверхности земли и выходит вот от этих стрел. Вот видите, какие у них стрелы? Вот острые стрелы. Вот в Священном Писании сказано об этих стрелах. Вот. Но если вы скажете: она по виду не стрела, а игла. Ну вот тогда вот это. Смотрите. Вот. Вот разве она не похожа на стрелу? Вот, смотрите. Вот это все стрелы. Стрелы всемогущего Бога. Вот. То есть следы Бога. Вот они. Вот. Смотрите. Вот это следы Бога. Почему Бог сделал гром и молнии, облака, вот эти стрелы? Потому что все это происходит на изоляторе молнии. Изолятор молнии – это каменный уголь. Каменный уголь изолирует энергию молнии благодаря метану. Метан имеет высокое давление, которое не дает молнии создать внутри себя вакуум. Таким образом, энергия молнии распространяется по всей поверхности Земли, выходит от всех стрел. То есть, кроме молнии, выходит от этих стрел. Энергия-то не исчезает, она распространяется по поверхности каменного угля. Потому что каменный уголь – это и есть изолятор молнии.
Вот, вы верите в Священное Писание? А я вот, да. Спасибо за внимание.